280 метров! Вы поняли, да, что это много? Вы заметили? Нет. Перфорации. Каждый сантиметр из 280 метров прекрасно впитывает. При намокании не разваливается в труху. То, что нет перфорации, это не значит, что полистовая подача невозможна. Она как раз-таки предусмотрена. С регулировкой длины полотенец или нет, это уже будет зависеть от диспенсера. Есть диспенсеры электронные, там длину листа можно регулировать. И самое главное, экология. Полотенца выполнены из вторсырья. Ультрадлинная намотка позволяет использовать его в очень проходимых листах и реже обслуживать. И транспортный след сокращен к минимуму, потому что производство локализовано на территории РФ. Тульская область.